что рыдающая миллионерша Батурина тайно положила в гроб Лужкова. Юрий Лужков сделал много на благо столицы, поэтому отпевал его лично святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в главном кафедральном соборе страны, храме Христа Спасителя. На протяжении всех 5 часов, пока шла церемония прощания с бывшим мэром, у закрытого гроба сидела Елена Батурина, овдовевшая предпринимательница и миллионерша. Великий полководец Александр Македонский перед смертью оставил духовное завещание, в котором попросил на пути его к последнему пристанищу разбрасывать золото и серебро, а хоронить его так, чтобы из гроба были видны его руки. Мол, это напомнит людям о том, что можно жизнь потратить в погоне за богатством. Но это лишь пустая трата времени, ведь в мир иной не возьмешь с собой ничего. Человек пришел в этот мир с пустыми руками и с таковыми же уходит в мир иной. Это очень показательный пример. Ведь мэр Москвы Юрий Лужков тоже не смог взять в загробный мир ничего из роскоши, которая окружала его при жизни. Но, как шепчется в храме, Елена Батурина, когда с Юрием Лужковым прощались самые близкие и гроб был открыт, положила туда какой-то небольшой сверток. Вероятно, это что-то очень личное, дорогое, памятное ей покойному теперь мужу. Стоит заметить, что церковь не приветствует подобное суеверное желание класть в гроб что-то лишнее. Но для покойника нужны лишь погребальная одежда, венчик. Символическое обозначение того, что усопший ушел в вечную жизнь как воин, одержавший победу на поле брани, крестик, саван, рукописание. Написанная или напечатанная молитва, отпускающая грехи, которую вкладывают в правую руку. Все остальное будет неуместно, поскольку теперь душа проходит страшное мытарство и нуждается не в материальных благах, а в молитве близких. Публикация фотографий из Инстаграм. Когда в этом же храме и на этом же месте в апреле 2007 года хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетранслицеи было видно, как вдова что-то положила в гроб. Строились разные догадки. Крестик, обручальное кольцо. Много лет спустя Наина Иосифовна открыла секрет. Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили, призналась вдова. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Что происходит? Сын Валерий после больницы вновь попал в аварию. Начинаем с банана и заканчиваем ананасом. Панин вдохновил Шуру на сексуальный эксперимент. Всплыли шокирующие детали романа «Заворотнюк» с любовником. Жить не хочется. Лукашенко объявил о серьезных проблемах со здоровьем. И многое другое.